Приготовьте на завтрак полезную гречку с финиками. Каша получается ароматная, сладкая и вкусная. Берите на заметку рецепт. Дополните гречку сладкими финиками. Каша станет полезной, питательной и вкусной. Такое блюдо понравится даже детям. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Гречку промойте и всыпьте в кастрюлю с кипящей водой, в воду всыпьте щепотку соли. Варите гречку на небольшом огне 10 минут, добавьте сахар и перемешайте. Варите гречку еще 5 минут, затем добавьте сливочное масло и перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. Добавьте в кашу промытые и просушенные финики, почищенные от косточек. Кашу перемешайте, снимите с огня и дайте настояться под крышкой 2-3 минуты. Готовую кашу в горячем виде подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Гречка 180 грамм, вода 360 миллилитров, финики 40-50 грамм, сливочное масло 40 грамм, сахар 1 чайная ложка, соль 1 щепотка, количество порций 2-3. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи, друзья, заходите!